мы продолжаем удивлять своих клиентов. Возьми займ и выиграй путевку в лето. Отличные наличные. С заботой о клиентах. Двенадцатого апреля в Красноярске начал работу 15-й Красноярский экономический форум. «Россия-2018-2024. Реализуя потенциал». Именно на такой курс нацелены регионы Сибири. Одни из главных тезисов первого дня работы – промышленность, инфраструктура, технологии и инновации. Комплексный набор того, что нужно для развития трех регионов – Тувы, Хакасии и Красноярского края. Сегодня мы с утра уже побывали на площадке «Школа экспорта» с нашими коллегами из торгово-промышленной палаты, которая с Республики Тыва. И также мы уже провели встречи с китайскими инвесторами, которые предлагают схему привлечения инвестиций в нашу республику именно на строительные объекты. Также сегодня у нас были подписаны уже соглашения трехсторонние между Красноярским краем, Хакасией, Республикой Тыва именно с информационными центрами туризма. То есть мы расширяем свой туристический поток. И в течение дня очень много интересных площадок, форсайт-сессий, которые посвящены как молодежному предпринимательству, как инвестициям, как привлечь инвестиции между Россией и Китаем. Тем временем в переговорной комнате Тувы проходили деловые встречи и обсуждения разных инвестиционных проектов. Во время встречи министра топлива и энергетики Тувы Романа Кожинола и заместителя генерального директора ПАО «Россети» Константина Петухова были решены вопросы, касающиеся энергомоста, энергодефицита в поселке Кахе, децентрализованного энергоснабжения и возобновляемых источников энергии. Главная цель переговоров была обсудить перспективное развитие. В первую очередь это энергомост через Монголию обсуждали. И второе это развитие города или пригорода Кызыл, это Кахе. Договорились о том, что Кахе до конца, в ближайшее время начнем проектирование. До конца года уже выйдем на этап строительства. А по Монголии у нас прошли плодотворные переговоры с монгольской стороной. Мы договорились получить информацию ближе к маю. И где-то в июне-июле мы сделаем предварительное технико-экономическое обоснование. Ну а дальше уже будет видно, будем советоваться и с главой республики, с Минэнерго республики. Будем двигаться, смотреть. Также в первый день форума представители Тувы встретились с исполняющим обязанности ректора Сибирского федерального университета Владимиром Колмаковым. В ходе совещания участники договорились о сотрудничестве в сфере подготовки профильных специалистов. По словам Владимира Колмакова, при подготовке специалистов высшие учебные заведения должны отталкиваться от реалий современных процессов. Если посмотреть, то тренд на там, экономистов, юристов, ведь он уже лет 20, наверное, сохраняется. Но при этом тенденции меняются. Вот сейчас все более популярны среди абитуриентов становятся такие направления, как металлургия, горное дело. То есть то, что раньше все-таки не вызывало такого интереса. И я думаю, что вот эти направления, они будут только все более и более становиться популярными. Возможно, появится новый тренд в увлечении естественными науками. Вот помните, было время, когда все мечтали стать физиками? Да. 60-е годы прошлого века. Сейчас это может возродиться. Физика, математика. Второй день Красноярского экономического форума начался с круглого стола Министерства транспорта России на тему «Транспортная стратегия Российской Федерации. Новые подходы к развитию инфраструктуры». Туву представил глава региона Шалбан Караул. В своем докладе премьер республики подчеркнул, что в условиях жесткой конкуренции необходимо использовать все ресурсы страны, в том числе для международной торговли и экспорта. Также он добавил, что потребности Китайской Народной Республики в коксующемся угле более 600 миллионов тонн в год. Такая ниша может быть частично закрыта за счет запасов угля Тувы. Поэтому проект строительства железнодорожной ветки в наш регион с уклоном на экспорт угля с ее продолжением далее в Китай отвечает современным международным тенденциям, в том числе Ташкентскому соглашению между главами России, Китая и Монголии, подписанному несколько лет назад. Хочешь быть богатым – строй дороги. И в этом отношении то, что утверждено сейчас с нашими руководителями, по большому счету не является вот такой вот, знаете, стратегией на века. Мы знаем с вами, что китайские наши партнеры, например, ведут очень активное взаимодействие
с казахстанской стороной, и по большому счету наращивается тема по поводу строительства железной дороги по территории Китайской Народной Республики, которая будет выходить через Казахстан и, соответственно, выход на европейские рынки. И в этом отношении вот эта вот дорога, про которую я сейчас упомянул, она является очень важным с точки зрения того, чтобы наш транзит не превратился просто-напросто в такую местную железную дорогу, которая снабжает только наш рынок, наше внутрироссийское вот такое вот снабжение. Красноярский экономический форум «Россия-2018-24», реализуя потенциал, проходит с 12 по 14 апреля при поддержке правительства Российской Федерации. На заседании общественной комиссии Кызыла по проекту «Городская среда» были рассмотрены и скорректированные по предложениям граждан дизайн проекта общественных пространств, получивших наибольшую поддержку кызылчан в ходе рейтингового голосования 18 марта. Это автобусные остановки, второй этап молодежного сквера и сквер Ангарский. Много критических замечаний было высказано в адрес архитекторов, которые до настоящего времени не доработали проекты с учетом замечаний, высказанных в ходе публичных слушаний. Как отметила член общественной комиссии, ректор Тувинского госуниверситета Ольга Хомушко, преподаватели и студенты вуза собираются за редкими породами деревьев в питомник «Сибирский сад» в Кемеровской области. Депутату хоралы представителей обеспечат транспортные расходы. Известно, что заказаны довольно редкие, но адаптированные к сибирским зимам породы деревьев. Это айва японская, барбарис обыкновенный, голубая ель, клен, липа, орех маньчжурский, сирень, туя, ясень, рябина, миндаль и другие. В год чемпионата по футболу в молодежном в сквере разместится мини-футбольное поле для всех желающих. Инвестором выступит Федерация футбола Республики Тыва. Молодежный сквер постепенно превратится в зону здорового образа жизни, заявленную в прошлом году. Федерация шахмат выразила готовность найти инвесторов для размещения в молодежном сквере павильона для игры в шахматы и оборудование перед ним площадки для выносных столов для настольных игр. С 2016 года правительством Тувы был утвержден разработанный Министерством культуры Тувы порядок предоставления субсидий на компенсацию части затрат по ипотечным кредитам работникам государственных учреждений культуры. Цель порядка по выделению данной субсидии – помощь в улучшении жилищных условий работников государственных учреждений культуры. Размер субсидии составляет 5% от основного долга, указанного в заключенном договоре об ипотеке, то есть в договоре займа, но не более 150 тысяч рублей. Определение получателей субсидий происходит путем конкурсного отбора. За два года, начиная с 2016-го, такую форму поддержки получили 23 работника учреждений культуры Тувы. Размер субсидий для разных заявителей в зависимости от объема ипотечного кредита составил от 50 до 150 тысяч рублей. И о курсах валют. Доллар стоит 61 рубль 97 копеек, евро 76 рублей 41 копейка. Хочешь мощные банки или стройную фигуру? Переходи на спортивное питание. Все для фитоняшек и спортсменов. Тува Спортпит. Спорткомплекс имени Ивана Ярыгина, фитнес-джим, второй этаж. Торговый дом «Азаз», павильон номер 20. В Кызылском президентском кадетском училище проходят дни открытых дверей. 7 апреля училище посетили свыше 1000 кызылчан, в том числе будущие кандидаты на обучение. Для гостей кадеты и сотрудники организовали экскурсии по учебному корпусу и продемонстрировали видеофильмы о жизни училища. Для родителей и законных представителей будущих кандидатов руководством училища была организована конференция по вопросам поступления. Отмечается, что 15 апреля будет проведен день открытых дверей для жителей районов республики и жителей других регионов Российской Федерации. Министерство культуры Тувы совместно с Министерством экономики и тувинским филиалом Восточно-Сибирского государственного института культуры с 9 по 13 апреля провел курсы повышения квалификации «Анимация в туризме» для специалистов по туризму Управления культуры районов, прошедших курсы повышения квалификации «Экскурсионный маршрут проектирования и оформления». Сотрудников клубно-досуговых учреждений, предполагаемых гидов экскурсионных маршрутов, а также предпринимателей в сфере туризма.
По окончанию курсов участники получили удостоверение федерального вуза о повышении квалификации. При окончании обучения наши специалисты будут уже предоставлять квалифицированные услуги нашим потенциальным туристам. И хотелось бы отметить, что в рамках открытия 26 мая, открытия туристского сезона, летнего туристского сезона, у нас предполагается ряд мероприятий. Соревнования по силовому многоборью или кроссфит – совершенно новый вид соревновательного спорта для пожарных. Сегодня в Кызыле состоялся республиканский чемпионат по функциональному силовому многоборью, участниками которого стали не профессиональные спортсмены, а люди, для которых выносливость, сила, координация и скорость действий – главное в работе. Чемпионат по силовому многоборью в республике прошел впервые. У нас участвует из 22 пожарно-спасательных частей участвует 19 пожарно-спасательных частей. Не прибыло у нас отдаленные районы – это Мугуры, Мугуракцы – пожарно-спасательная часть, Кунгуртук и тот же. Остальные все участвуют. Ну и, я думаю, очень зрелищные соревнования, как раз направлены вот на все эти силовые мероприятия по развитию. Данные соревнования направлены на развитие силы, ловкости, терпения, которые необходимы пожарным при выполнении боевой задачи, ликвидации пожаров, спасении людей. Данное соревнование приурочено к международным соревнованиям, которые будут проходить в Иркутске с 27 по 29 апреля. По результатам наших соревнований мы отберем команду. В ходе соревнований участники, находясь в боевой экипировке весом около 20 килограммов, выполняли русские махи и гири, подъем штанги и многое другое. Также пожарные с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента поднимали плиту, под которой находился условный пострадавший – манекен, после чего участникам нужно было переместить автомобиль с помощью троса на расстояние 50 метров. Прошлого года еще готовились, потому что положение пришло, ну и все, заранее уже начали подготовку потихоньку, помаленьку. Ну и колесо по 110 килограмм от трактора «Беларусь». 30 метров. В ходе упорной борьбы первое место заняла команда пожарно-спасательной части номер 22 по охране города Кызыла. Второе место у команды пожарно-спасательной части номер 2 столицы. А третье место присвоено пожарным города Ак-Довурак. По результатам соревнований будет отобрана сборная команда для участия в первом международном чемпионате по функциональному силовому многоборью пожарных и спасателей МЧС России, который пройдет в Иркутске 29 апреля. Хочешь бесплатно получить велосипед? Тогда приходи в «Универсам» номер 18 и участвуй в конкурсе. Все просто. Делай покупки и за каждые 500 рублей получай жетон. Больше жетонов – больше шанс выиграть. Розыгрыш состоится 22 апреля в 15 часов в «Универсаме» номер 18 по Семирадского, 60. Участвуй! Выиграй подарок к летнему сезону. Сладкое лакомство для всей семьи. Новинки в магазине «Травы Тувы». Натуральный мед со всех уголков страны. Различные вкусы и приятные цены. Без консервантов и тепловой обработки. Успей попробовать природу на вкус. По адресу Чульдум, 44, напротив торгового дома «Алексеевский». Спонсор выпуска «Погоды» – «Отличные наличные». Получайте займы на займ-карту в любой момент просто по звонку. Компания «Отличные наличные» – надежный партнер с многолетним опытом стабильной работы. Мы продолжаем удивлять своих клиентов. Возьми займ и выиграй путевку в лето. «Отличные наличные» – с заботой о клиентах.
В ближайшие сутки по республике ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой дождь со снегом, днем без осадков. В Кызыле переменная облачность без осадков, ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, днем порывы до 13. Температура воздуха ночью минус 1, плюс 1, днем плюс 16, плюс 18. Мы продолжаем удивлять своих клиентов. Возьми за и выиграй путевку в лето. Отличные наличные. С заботой о клиентах.